На заводе Tentorium Руланд освоена технология получения сухого меда. Этому событию предшествовала масштабная и длительная научная и технологическая работа. В течение нескольких лет эксперты компании работали над задачей ускорения кристаллизации меда, и им удалось управлять и контролировать этот процесс. Получение сухого меда делится на несколько этапов. Начальный – отбор самого меда. Только из по-настоящему натурального продукта получается качественный сухой мед. Прежде чем попасть в цех сушки, нативный мед проходит несколько стадий проверки на качество – от визуального до лабораторного. После получения необходимых заключений, гарантирующих качество меда, сырье поступает в цех. Далее в высокотехнологичной вакуумной установке происходит процесс сушки. Вакуум обеспечивает полное удаление влаги без воздействия высоких температур, что гарантирует сохранность полезных свойств натурального меда, его витаминно-минеральной формулы, заложенной самой природой. На выходе мед получается в виде сухого порошка. Такой продукт содержит в себе витамины и микроэлементы, которыми так богат мед, обладает отличными консервирующими свойствами. Сухой мед может выступать и как самостоятельный продукт, 100% натуральный, приятный на вкус и полезный как мед. Освоение технологии получения сухого меда на заводе Tentorium Руланд дает старт новому проекту компании – создание линейки продуктов на основе сухого меда.